Станица Кордоникская. Через нее проходит федеральная трасса курорта Мархиза. С наступлением тепла поток автомобилистов здесь увеличился. Этот участок дороги, который не регулируется светофором, а есть только пешеходная разметка в виде зебры, ежедневно переходят сотни местных жителей. Напротив жилых домов располагается школа, детский сад, продуктовые магазины. За безопасность дорожно-транспортного движения отвечают сотрудники ДПС межмуниципального отдела МВД «Зеленчукский». Сегодняшние профилактические мероприятия проводятся в рамках общероссийской акции «Внимание, дети», которая идет по всей Карачаево-Черкесии. Данная операция направлена на понижение детского дорожно-транспортного травматизма. В период проведения этой операции мы основной упор делаем на выявление нарушений водителями, которые перевозят детей без специальных удерживающих устройств, детских кресел или адаптеров, а также на переход дороги детьми в неустановленных местах. Работа осуществляется в нескольких направлениях. Лекции по безопасности дорожно-транспортного движения в школах, детских садах, профилактические беседы с водителями. Ребенка почему перевозят без удерживающего? Почему? Кресло есть? Кресло, да. А ну откройте, будь что-то. Это так, кресло. Все, ну-ка я посмотрю. Пристегнуто? Да нет. Ой, все. Не плакай, зайчик. Вы знаете, да? Автомобилисты относятся с пониманием к таким мероприятиям. Одни благодарят, другие, пользуясь возможностью личного общения с сотрудником ДПС, задают вопросы. Как сообщают представители межрайонного отдела МВД «Зеленчукский», который обслуживает два района, Зеленчукский и Урупский, отмечается увеличение ДТП с участием детей. Если в 2014 году с января по март был зафиксирован один такой случай, то в текущем году за такой же период эта цифра выросла до 5. Большинство случаев в том, что неправильная перевозка малолетних пассажиров. Нету детских кресел, специальных удерживающих средств или хотя бы ремнями безопасности. Просто водители немножко халатно относятся к транспортировке малолетних пассажиров. Поэтому задача сотрудников ГИБДД – повысить уровень ответственности перед пассажирами. У каждого из них свои методы воздействия – манера общения, улыбка, голос. У инспектора ДПС межмуниципального отдела МВД «Зеленчукский» Расула Байрамукова в арсенале бесконечное обаяние и многолетний стаж работы. У местных жителей Расул пользуется беспрекословным авторитетом и имеет репутацию строгого, но справедливого инспектора. Вы идете с этой стороны, естественно, водитель, который едет у вас со спины, вы его не видите, и избежать, если в случае наезда, вы не сможете. Понятно? На будущее, чтобы знали. Вы идете по обочине навстречу движущемуся транспортному средству, то есть по той стороне. Если туда идете, тогда по... На сегодня это уже 11-й день акции по профилактике безопасности дорожно-транспортного движения. Представители силовых структур республики уверены, что такая разъяснительная работа позволит снизить число ДТП. Екатерина Семенова, Аслан Баташев, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.